Привет, мои дорогие! Сегодня покажу вам простейший завтрак для тех, кто вечно опаздывает. На его приготовление потребуется буквально 2 минуты. Нам потребуется батон, либо тостовый хлеб, то, что вы любите. Нарезаем его на кусочки и растапливаем на сковороде кусочек сливочного масла. Из каждого кусочка хлеба вынимаем мякоть и выкладываем кусочки на сковороду. Ну а затем в серединку помещаем яйцо. Если вы не уверены, что яйцо будет хорошо держаться в кусочке хлеба, лучше вбивать его туда как можно медленнее. Затем просто посолим по вкусу и поперчим. Как только увидите, что хлеб поджарился, переворачиваем его и обжариваем еще буквально пару минут. Здесь уже все будет зависеть от того, какой вы любите желток, либо полностью прожаренный, либо жидкий. Ну вот такой вот вкусненький завтрак у нас получился. Время затрачено буквально 2 минуты. Зато блюдо получается очень простое, очень вкусное и сытное.